В апреле этот офис НАТО будет открыт. Да, Дадон против. А какая аргументация? Понимаете, ведь суть в чем? Но он сообщил, сейчас, что секундочку, Нина. Когда он был в Москве, он же не поднял вопрос о нахождении российских войск в Приднестровье. А он сказал в Брюсселе, мы нейтральная страна, мы не хотим иметь офис НАТО. Не вступление в НАТО, а просто офис НАТО мы не хотим иметь в этой стране. Ну, это же что, так сказать, получается для одних все можно, для других нельзя. То есть и Запад тоже смотрит, вы давайте определитесь, как. Мы не навязываем вам вступление в НАТО. Мы согласны, что вы нейтральная страна. У нас в Конституции записано, принята то ли декларация, то ли закон специальный на эту тему. Так зачем это будоражить, эти вещи? Значит, он сбудоражил с офисом НАТО, сейчас начнут будоражить по российским войскам. То есть, и вот снова придет тут столкновение.